Привет, ребята, это исследователь. Хочу рассказать про опыт использования браузера Firefox. У меня стоит три браузера: Chrome, Firefox и Opera. Opera на движке Chromium, такой же, как Chrome. Но Opera лучше, потому что в ней меньше ограничений. Chrome пропихивает свое барахло, но как был раньше Internet Explorer, ну то есть он и остался, и Edge'ем стал, но там все равно коряво они все делают, куча есть плагинов опять уязвимых. То же самое с Chrome происходит, поэтому вполне есть нормальная альтернатива, это Opera. Поэтому все три стоят. Стоят они портативные версии, естественно. В Opera, например, встроено. Вы можете убирать там портативную версию, установить. То есть легко все это ставится. Просто в папке у вас валяется где-нибудь. На диске, на флеш-памяти там. И приходится иногда переключаться. Так-то, по идее, человек использует один браузер. Я бы тоже использовал, но иногда сайт коряво работает на одном браузере, приходится на другом. Это помогает. Так бы я использовал бы один, какой-нибудь Firefox или Opera. Но приходится вот все-таки, потому что Chrome использовать, потому что он делает разговоры в Hangouts, например, они вот только вроде в нем нормально отображаются, какие-то менюшки слева. У меня проблемы возникали с портативными версиями. Ну, сейчас я хотел именно поговорить о Firefox. У меня возникла мега проблема — утечка оперативной памяти. Такая известная проблема. То есть вы запускаете сначала около 500 мегабайт, смотрите через диспетчер задач, Ctrl-Alt-Delete нажимаете и смотрите процесс. Один процесс Firefox. Так, сейчас посмотрим. Вот он. Но сейчас не один процесс, это потому что обновился до 57-й сегодня версии, и вот он разбил, как в Chrome разбивает, 64-битный Firefox, 57 версии, Quantum, там мега какой-то новый, быстрый, пока еще не могу сказать, насколько он быстр, только что обновился. И вот огромная проблема, что вот эти вот 500-600 мегабайт у меня потом превращаются в 6 гигабайт оперативной памяти заняты. Я не понимаю, что он там занимает. Я не могу понять именно, какой модуль расширения есть. Может, какое-то расширение из них, но я не нашел даже механизмов встроенных. Я вижу примерно, да, сколько памяти тратит. Но что именно же расширение, я не понимаю. Может быть, есть какое-то действительно еще расширение, которое показывает, сколько расширений оперативной памяти тратят. Но не доехал я пока до этого, выбешивало меня сильно, потому что он не только оперативную память начинает 6 гигабайт тратить, а еще и тормозить сильно. А хотя вроде, ну, браузер-то я ж делал ролик, говорю, хороший браузер, там лучший, ну да, хороший, но вот эта проблема просто выбесила с памятью, и решить я ее не мог. Ну, сейчас вот он обновился, пока я не вижу, что растет. Он разбил на три процесса, видите, по 200 мегабайт. Клиент групповой политики. Ага. Может быть, какой-то сбой был вообще в нем с плагинами этими неконтролируемыми, расширениями. Расширения, плагины, разные штуки. Что в 57-м мне понравилось? Они расширение. Так, где у меня расширение-то? Они убрали многие типа устаревшие расширения. Это я считаю правильно, потому что разработчики этих расширений, они часто забрасывают, и старое уязвимое барахло получается. Тут видите, как бы они убрали. Вот можно нажать показать устаревшие. Ну, просто удаляйте их.
Либо найти замену. Я даже не смотрел, что это. Интересно, фригейт. Фригейт мне нужен. Чему я ничего не вижу? Не понял. Интернет есть. Странно. Убрали они Java, Silverlight, Adobe Acrobat, Flash. Это тоже поддерживаю. NPAPI, плагины. Нафиг это барахло. Постоянно нужно было обновлять этот флеш. Все равно он вылет и делал. Утомил. Так. Мыши, маус, гестурис, сюит. Тоже мышью управлять не работает. Сейчас. Блин, что-то у меня не срабатывает этот поиск. Блин, жалко. Не знаю, потом посмотрю. Пароли смотреть тоже прикольное расширение, потому что дурацкие точки вместо точек. Ну, сидишь дома, зачем тебе эти точки? Барахло. Не, почему-то не дает. Ну да ладно. Потом потестирую. Вот такой вот Firefox. Я хотел. Почему сразу не дает мне? Я хотел вообще удалить его и заново поставить. Думал, что может быть поможет. То есть, если медленно работает Firefox, удаляйте все расширения. Его сам и через синхронизацию восстанавливаете. Там есть синхронизация, через ящик заходить. И восстанавливать все заново, чистую установку. Наверное, так единственный способ может помочь. А то проблема действительно была. Сейчас я не вижу ее. Не растет использование памяти оперативной. Еще прикольно, что Firefox 64-битный сам. Скачался, установился. Ну, давным-давно пора перейти на 64-битную, как и операционная система. Не надо ставить 32-битную. Ну, зачем она уже это? Уже давным-давно это подустарело. На этом все. Такой получается обзор. Вроде как бы проблемы и есть с Firefox. Возможно, они их решили сейчас в 57-м квантуме. Так что будем дальше тестировать. Надеемся, Firefox не скатится в какашку вот с этими утечками памяти. Даже если это расширение, утечка, то Firefox должен мне это показывать. Говорить, вот это вот расширение. Через него утекает. А то получается фигня. На этом все, ребята. Спасибо за просмотр. До свидания. Подписывайтесь на мой канал. Пока, до свидания.